Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, вы смотрите прохождение Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в вычислительном центре около сержанта какого-то, который постоянно стращал нас тем, что порвет нас на британский флаг. Судя по всему, сейчас это и будет происходить, потому что вон там что-то... Неужели мне нужно прыгать туда? Да ни за что в жизни, ну. Я думал, тут сейчас будет битва с боссом. По сути, похоже, нет. Ну ладно, это тоже хорошо. Мост, все дела. Так, и вы, наконец, как и демоны. Всегда интересовал вопрос, почему как и демоны называются как и демоны. Потому что, ну, понятно, что в английском языке это звучит не так смешно, но все же. Отнюдь, увы. Поехали в хранилище. Что у нас тут? Мне уже тут не нравится. Но здесь, как я вижу... И правда, хранилище. Так, отлично. Там больше ничего не осталось? Вроде бы нет. Еще понять, правильно ли я иду. Давай, давай, давай. Да хватит пинаться-то уже, ну! Скотина. Мы наугад выбрали какое-то помещение, двигаемся в него. Мне просто понравилось название. Хранилище. Потому что в хранилище, как правило, что-то хранится. А нам, любителям поживиться, халява, всегда хранилище будет полезно. Я так чувствую, что вот это сейчас откроется, и оттуда вылезет ревенант, то есть скелет. По звукам, если судить. Ну, конечно. Эту игру можно определять вообще по звукам. Что в ней вас ждет? Чья-то рука. Кого-то он там грыз, похоже. Мерзавец. Так, по патронам что-то голяк, честно говоря. Ну ладно, какое-то хранилище, честно говоря, не очень. Добавили. Свидание. Тихо. Вроде спокойно. Уф, так, ладно. Зачем я сюда пошел? Мне нужно туда. В хранилище у нас, судя по всему, нет ничего, но есть дофига патронов. То есть нет ничего полезного для прохождения. Типа ключей там или КПК. Не замечено. Ну все, можно возвращаться. Да, неприятное место. Да, здесь, конечно, видок просто. Еще. Мы были в банке 2. Поехали в банк 1.
Не думаю тоже, что тут есть что-то особо хорошее. Но ничего, заглянем. Кубик зарядился. Это круто. Готов. Скотина. Чё ты бесишься? А, это лестница, я так понимаю, да? Хорошо. Кстати говоря, в альфа-версии Дума 3, которую демонстрировали на E3 2005, по-моему, или 2004, графика была намного лучше, чем в том, что вышло в финале. То есть в финальном билде. Модели, допустим, зомби были выполнены на порядок лучше. Было много спецэффектов, которые убрали. Допустим, было отражение. В стекле можно было... Даже была кат-сцена, как персонаж подходит к стеклу и видит в отражении врага, как тот убегает к нему сзади. Так что, вот такие дела. И что характерно, вторая игра, которая сейчас идет на канале, то есть Oblivion, точно так же в этом плане. Сначала показали демонстрацию 20-минутную геймплея, графика которой просто даже по сегодняшним меркам просто поражала. Оп, и ехал. Там было самозатенение, ambient occlusion, то есть вообще очень много всего крутого, особенно на тот момент. А потом, перед выходом игры, разработчики поняли, что консоли, только-только вышедшие консоли, не потянут такую графику. Xbox как минимум. И поэтому... Взяли и порубали большую часть эффектов, и в результате игра на выходе стала выглядеть, очевидно, хуже. Вот так вот. Только на тот момент вышедшие, считающиеся мега-мощными консоли, не тянули игру. Да. Было дело. Хорошо. Это такой небольшой экскурс в историю. Ну, не удивлюсь, если опять. Ну, компьютер, он всегда именно по технологиям просто уделал все вообще в щи. Сейчас, допустим, одна какая-нибудь видеокарта, там, GeForce 690, где-то в 30 раз мощнее, чем там, PlayStation 3. А, блин. И тем не менее, игры будут делать именно под консоли, не под компьютер, потому что на консолях игры покупают, на компьютере пиратят. Вот. Что-то меня потянуло на разглагольствование. Representing the pinnacle of UAC research and design, the BFG 9000 is the most advanced firearm ever designed. Уиндовск обновлен. Так, это хорошо, можно возвращаться, я так понимаю. Распознавание свой-чужой. Each projectile contains a small but very powerful computer core that actively maintains targeting and delivers a stream charge down each beam to soften targets before detonation. Понятно. The detonation stage of the projectile. Короче, она детонирует и взрывной волной еще и выносит врагов. Супер. Почта. Проблемы с файловой системой. Он, похоже, админом был. Стив, я отметил постоянное ухудшение работы файловой системы на сервере A12. Ты не мог бы подняться на третий этаж и попробовать с этим разобраться? Я сейчас работаю над проблемой переноса материи для ребят из Дельты, и все мои данные хранятся на этом сервере. Если у нас остались резервные копии с прошлой ночи, установи их, пожалуйста, на сервер A17, если он не занят. Я тогда переключусь на него и продолжу работу.
Брайан Франко, инфоролик BFG. Стив, начальство хочет разместить на нашем внутреннем сайте новый ролик про BFG, который я заносил к тебе в кабинет. Залей его на сервер и не забудь переконвертировать формат UAC Move, чтобы его можно было смотреть на всех терминалах. Как только закончишь, отпишись мне. Хочу посмотреть, что получилось. Понятно. Понятно. Так, давайте двигаться уже отсюда, ну. Смотри, какой сервер огромный. Технологии будущего. Я чувствую твой страх, говорит. Нет. Я не боюсь. Я часто боюсь в этой игре, но вот именно в данный момент я совершенно спокоен. Ладно. Хорошо. Подожди, а тут ничего нет? Вот нет. Тихо. Минус. Так, смотрите, что нашел. Только я не уверен, что я отсюда запрыгну туда. Ну, давайте попробуем. Почему бы нет? Good. И по новой сюда. Так, ладно. С этим местом тоже покончено. Что дальше? Как идея, он появится снова, нет? Я думаю, появится. Теперь, я так понимаю, дверь откроется. Ну, давайте посмотрим. Все как всегда. Я уже привык к тому, что все стены забрызганы. Подожди, я тут был, нет? А, это же было хранилище. Нам не нужно хранилище. Нам нужно вычислительный центр. Он меня ждет. Ждет, он дождется, чтобы убить нас. Супер, еще есть? Вроде бы нет. Ну что, я думаю, ты тут. Если ты тут, лучше беги. Пришла пора настучать. Так, видеодиск. КПК еще, по-моему, был, нет? Нет. Инструктаж по BFG. Это мы смотрели только что. Ну да, это определенная арена. И здесь падать вниз нельзя, я смотрю, да? Секунду. Так. Перезарядим. И в атаку. Я думаю, вот эту возьму. Ему понравится. Ух ты, ёпарный театр. Какого хрена происходит? Ой-ой-ой-ой. Мне хана. Понятно. Так, падать нельзя, понятно. Что мы делаем? Мы бьем его или мы бьем эти столбы? Лады.
Тихо. Ой, он BFG стреляет. Есть у меня подозрение, что BFG должна быть помощнее. Достаточно серьезно, я так понимаю. Баланс упорок, нет? О-о-о. Так это будет печально. Сюда нет. Понятно. Минус 82. Хорошо. Нам наконец-то начали стучать. Так, ну я думаю. Давайте вот это возьмем. Хотя он быстро двигается. Может лучше пулемет. Давайте с этим. Так, нет, нам нужно что-то побыстрее, чтобы уничтожать BFG. Ой, блин. Короче, нужно взять гатлинг, или... Да, гатлинг. Пистолет-пулемет не рулит. Чтобы успевать сбивать BFG заряда. Ну да, пока он раскрутится, конечно, пройдет уйма времени. Да, еще она сбивается так себе. Все, что ли? Окей. Это было очень просто. Чисто так. Для контроля. Фу, ну хорошо. Многорежимное оружие. Чем дольше держать курок, тем мощнее разряд. Понятно. Ну, как видите, не знаю. Это было лично на мое мнение просто элементарно, когда мы уже поняли, что с ним делать. Сначала мы, конечно, несколько раз умерли. То по своей вине, то тупо по глупости, там то, что попадали. А потом уже, как взялись за дело всерьез, так он и кончился у нас буквально за минуту. Ну да ладно. Нашим легче, как говорится. Сержант Келли, прощай. До меня только просто дошло, что это был сержант Келли. Возможно, для кого-то это было очевидно. Ну, большая часть из вас, я думаю, эту игру давно прошли. Поэтому вы знаете. Хороший был мужик. Но... судьба такая. Направляемся на площадку 3. Это круто. Я давно хотел там побывать. Ну, как-то привычно, что ли, уже, я не знаю. Да вы охренели, что ли, но... на самом деле... в таком узком коридоре... Дохни, закрыто. Да еще ты, да? Ладно. Блин, да еще присмотри. Хорошо же они нас встречают. Ладно. Хорошо. Как скажете, дело ваше. О, какая пакость. Ой. Тихо. Как и демон. Прекрати. Отлично. BFG подождет.
Неохота ее тратить пока. Без нее справляемся. Вполне себе неплохо. Я что, не могу сюда зайти? Ну ладно. Не, вот на тебя, я думаю, спору использовать. Да, блин, только выбрать ее. Ай, ну как? Открой дверь. Ну как-то вот так она, в общем, работает, понятно. Ой. Нет, с мышкой определенно нужно что-то делать. Пока что, в принципе, по большей части устраивает, но вот когда в Doom играешь, нужно переключить по-быстрому на какое-то оружие. Колесико подводит. Гараж. Я думаю, нам сюда и нужно. Нет прав доступа. Сотрудники Пирс Роджерс. Так, мы не, нового КПК же не брали? Да. Будем искать Роджерса. Что ж поделать? Окей. О, давно я вас не видел. А да уйди ты уже, ну. Да блин, твою мать. Отлично. Теперь они будут ставить врагов просто в упор к нам. Как хочешь, типа так и справляйся. Живой. Пока все еще живой. Фух, так. Давай-ка мы тебя вот так вот. Чтобы не расслаблялись. Мне показалось, или я где-то слышал? Спецназовца, пехотинца. Вроде показалось. Отлично. Ну, супер. Обали, твою мать. Это плохо кончится. Плохо, попомните мои слова. Уйди, уйди, уйди. Я опять застреваю за какую-то непонятную хрень. Зачем я сюда вообще уперся? В этот долбанный угол. Хорошо, ладно. Давайте больше так не делать. Если какие-то там проблемы, то лучше, по-моему, пострелять по врагам, чем забиваться в угол. Хорошо. Свечки тупо висят в воздухе. Круто. Назад пути практически нет, я смотрю. Твою мать. Ох уж эти звуки тут, а. Отлично. Так.
Ну откуда ты взялся? Ну. Тараканы, ей-богу. Да блин, кругом. Вы кругом, а? И там еще кто-то, по-моему. Да, вот жизнь пошла. Где кто? Не хочу ничего знать. Я валю. Где ты, сволочь? Ну ладно, придется спускаться. Да вылазь. Куда ушел? Я так и знала. Да блин, у вас сколько тут вообще? О, это просто капец. Они наседают на меня. Уф, так, все, давайте теперь спокойно. Так, откуда я пришел? Блин, я запутался. Вот отсюда я пришел. Уф, теперь сядемся поудобнее. Давайте исследовать эти места. Блин, это просто капец уже становится, честно говоря. Враги начинают пинать. Карта Марса, точка Дельта. Ну, кто еще? Нам. Так, блин, вы будете, нет, вообще, дадите мне покой хоть маленько. Гребаный баскетбол. Только я от мячика должен вернуться. Да. Понятно, сюда мне меньше всего хочется, но сюда, я думаю, придется идти. Давайте посмотрим, что у нас тут. А тут у нас, конечно же, импы. О, нет, нам вот сюда. Вон туда. Фу, сохраняемся. И посмотрим. Что это было? Звук был интересный, да? Правда, доступа. Нужно КПК найти. Пирса. Роджерса. А надо мной кто-то есть. Я только что видел взрывные волны. Постреливает. Ну, постреливает и постреливает, по сути. Просто понять бы, где он. Какого хрена происходит? А, это они нашли эти плиты. Четыре уникальных артефакта. Тихо.
Хорошо. Ну, вы поняли. Четыре артефакта. С них, похоже, все и пошло. Источники, образцы грунта. Сканируются. Are you sure you killed them? Ты уверен, что ты их убил? You have the soul cube. У тебя куб душ. Just like in the carvings I've been researching. If I'm correct, как в тех записях, которые я исследовал. Если все верно, то этот куб единственный шанс остановить все это. Нет времени мне quickly. Объяснять. Нужно быстрее в пещеру тебе. Возьми мой КПК. Right. Он прямо там, на столе. The... Тут охранные коды. And my research logs on it. И мои записи исследования. Это поможет. I can't go with you. Не могу пойти с тобой. Нужно закончить работу. Good luck. Удачи. Наконец-то мы тебя нашли. Молодец, тут заперся. Молодца. Давайте же посмотрим его записи. Пирс Роджерс. Куб душ — это ответ. This is the audio log of Dr. Pierce Rogers. I don't know if I'll make it off the base alive. Я не уверен, что выберусь с этой базы живой. Нужно загрузить все, что я нашел, все, что я исследовал в эту базу данных. Все ответы были на этих каменных плитах. Все было так же понятно, как... Короче, это было элементарно. Нужно было просто читать, о чем пытаются нас предупредить эти плиты. Древние люди погибли от тех же самых созданий демонов, с которыми мы сейчас воюем. Они создали куб душ и использовали его, чтобы остановить демонов. Не знаю как, но это должно быть ответ. Поэтому этот артефакт остался для того, чтобы кто-то его нашел и использовал снова. Не могу достичь дельты отсюда. Не справлюсь. Надеюсь, молюсь, кто-нибудь найдет этот куб душ и поможет нам. Господи, помоги нам. Конец записи. Так, Ричард Дэвис, результаты анализа. Пирс, я только что получил результаты перпетционного анализа резьбы на потолке, и теперь могу с уверенностью сказать, что это карта Солнечной системы. В знаках есть очень прозрачные намеки на то, что выжившие представители расы телепортировались на Землю. Если артефакты были датированы правильно, то вполне может быть, что мы изучаем собственную историю. Тимми Роджер, спасибо. Дядя Пирс, мама говорит, что ты приедешь на следующей неделе. Я очень тебя жду. Тебя так давно не было. Надеюсь, твоя работа идет хорошо. Я знаю, ты не можешь про нее рассказывать, но твоя работа, она всегда такая интересная и таинственная. Наверное, это круто работать на Марсе. Да уж, круто. Спасибо, что прислал мне игрушки на день рождения. Ты в них сам играл? Новый Quake 43 меня просто прет. Это даже лучше, чем Супер Турбо Куробойка. Я в нее даже не играл с тех пор, как получил от тебя эти новые. Я тебя люблю, и мы все по тебе очень скучаем. Тимми. Сервер ошибка. Куб душ – это ответ. Сервер ошибка отправки. Нет связи с орбитальным спутником. Пожалуйста, сверх понятно. Он не смог отправить это сообщение. Теперь я могу только молить тебя о прощении. Ты была во всем права. Хотел бы я, чтобы ты ошибалась, и все это оказалось просто кошмарным сном. И я бы скоро проснулся. Теперь я могу только молиться о том, чтобы это письмо до тебя добралось. Бертругер безумен, и тут все зашло куда дальше, чем ты можешь себе представить. То, что тебя выслали с Марса, это было благословение, тайный подарок небес. Это спасло тебе жизнь. Ты должна всем рассказать. Куб душ – это знамение. Послушай мой отчет. Я загружу свое открытие в базы данных. Предупреди всех. Нельзя допустить, чтобы эта чума перебралась на Землю. Да не оставит тебя Бог. Пирс. Что, проникновенно. Хороший человек ты, судя по всему, но работал не на самых хороших людей, что я вижу. Видеодиск. И здесь, судя по всему, будет рассказываться об этих плитах. Ну что, давайте мы на этом остановим эту серию. В следующей будем пробираться уже в пещеры, куда он, собственно, дал нам допуск. И там, я думаю, эта история закончится, так что мы достаточно близки к финалу. В принципе... Это круто. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.